Goddamn camping noobs! Всем привет! Ну, уговорили таки меня немножко все-таки постримить больше. Хотя я все-таки уже хотел завязать. Ну ладно. Попробуем-то босса пройти. Немножко поиграю сегодня. Недолго, где-то час с чем-то. Либо если пройду босса, что вряд ли, то сразу подключаю. Пойду-ка, наверное, через телепорт. Так, какой там телепорт-то? Вот этот? Говорят, самый легкий босс. Что-то я не заметил. Вот эта фаза, она просто непроходимая. Вот что сейчас я сделать должен? Да господи. Еще надо поймать такт. Да что это? Ну да, Торкап все там, потому что больше написано. Странно, а почему нет всплывающей этой подсказки? Там же обычно всплывает, типа, что за сообщение показывает. Ну ладно. Зачем говорить Хадукин?
Сейчас просто немножко поумираю и выключу. Это сложный босс. Ну слушай, если один босс сложнее другого, это не значит, что этот легкий второй. Вот как от этого было уйти? Там уже вряд ли ты Соника увидишь, я же тебе говорил. Потому что я сейчас пройду того босса и все, наверное, больше не буду больше играть. Я же вообще-то уже бросил играть, просто, ну, уговорил ты меня один раз сыграть. Это же значит, что я буду проходить игру до конца. К тому же того босса я все равно не могу пройти. Даже вряд ли его пройду, потому что я не понимаю, как ту фазу проходить. Ну, ты взялся, не затащил. А я, как бы, стримером стал по твоему примеру изначально. Значит, теперь я вижу, что можно взять игру и не пройти ее. К тому же, у тебя это был нормальный стрим, в принципе, ну, такой же, как все, с комментариями, а у меня это вообще так. Я изначально вообще, да, стримил чисто, даже Player Online не ставил.
Что значит чуть? Вообще-то там еще было дофига. Там еще оставалась, наверное, одна шестая. Вот для меня есть фазы не изи, я тебе уже говорю. Магнит не изи, потом вот это, летающие вот эти штуки, это самое тяжелое для меня. Не знаю, мне все говорят, что здесь ни одной фазы сложной нет. Значит, только для меня, видимо, сложная. Ну, потому что я не очень играю. Видишь, для тебя легкий, для меня сложный. Для меня это хардкорная вообще игра полностью. Привет, Смитерс.
Как от этого уйти? Что сейчас будет? Подстава? Какая подстава? Куда идти? Что делать? Что дальше? Что дальше делать? Что дальше делать? Где сейф? И все? Привет, Интегра. Ну вот, я прошел четвертый уровень за 1421 смерть. Доктор, ты говорил, какая-то подстава на боссе есть, когда его убиваешь. Ну чё, я, наверное, тогда завершаю на этом, потому что... Нет, у тебя на Гравитроне, у тебя где-то 1200, что ли, по-моему. Это у тебя 1500 было за стрим, за весь. Но ты начал там издалека. Еще башню проходил. Нет, все, надо пойти поработать. Достаточно. Я уже стримлю целых 17 минут. Так что все, на этом завершаю. Потом как-нибудь. Ну, вообще, не знаю, буду ли стримить. Что? Куда стоять? Да я, это все равно пятый уровень, я его вряд ли пройду, там, говорят, вообще дальше будет такая жесть, что... Короче, соревноваться мне не с кем, ты удалил игру, значит, мне нет смысла больше проходить. Тем более, ты только что, ты мне в скайпе писал, что, возможно, ты будешь проходить, а сейчас ты написал, что никогда не будешь проходить. Ну и что тогда, смысл мне, блин... Не, короче, ладно. Вообще не соревновались? Ну, вообще-то, как изначально это было? Ты говоришь мне, попробуй Боши пройди. Ну, ладно, я попробовал. Потом я на Hello Kitty застрял, забросил игру. Потом ты говоришь, типа, давай... Ну, я не понял, как это точно звучало, но, типа, ты уже до Марио дошел, давай доходи до Марио. Ну вот и я пытался тебя догнать. Теперь догнал, ты игру удалил. В чем мне теперь смысл поиграть? В общем, стрим я снимаю с СК2ТВ. Что? Чтобы я тебя догнал, смысл? А я не знаю, Интегра, что там играл, куда, во что, когда. Не, это не то, смысл. Еще скажи, давай догони там Гитмана или какого-нибудь спидранера, который за 42 минуты, да, даже прошел. Да нет. Так что все, короче, ладно. Выложу потом на YouTube прохождение 2, 3, 4 уровня. И все. Не знаю, как бы я не удаляю игру как Тор. Вот, вот надо удалить игру, удалил прямо вместе с сейвами. Я вообще поражаюсь. Ну вот, но как бы проходить хз.